Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев представил депутатам законодательного собрания отчет о результатах деятельности правительства в 2017 году. Глава региона подвел итоги первого года работы регионального кабинета министров в новом формате, при котором правительство возглавляет губернатор. Прежде чем говорить об экономике, губернатор остановился на важнейшем политическом событии текущего года – выборах президента Российской Федерации. Результаты единого дня голосования еще раз подтвердили, что россияне поддерживают курс, которым идет страна. Курс на сильную экономику, сильную государственность, независимость и благополучие России, достойный уровень жизни для всех россиян, отметил Евгений Куйвышев. В Свердловской области почти 75% избирателей, это свыше 1,5 миллиона уральцев, поддержали Владимира Владимировича Путина, доказав еще раз свою политическую грамотность, ответственность и гражданскую зрелость. Выборы президента стали мощным объединяющим стимулом для нашего общества, для решения тех насущных задач, которые стоят перед нами. Об этих задачах сказал Владимир Владимирович на церемонии вступления в должность. В своем выступлении губернатор подчеркнул, что к новому качеству жизни людей, новому уровню технологического и социального развития наш регион идет системно и уверенно. Так, по словам Евгения Куйвышева, за последние 6 лет, реализуя блок майских указов президента, Свердловская область добилась заметных успехов в модернизации промышленного комплекса, доступности государственных и муниципальных услуг, жилищном строительстве, образовании и здравоохранении, росте уровня заработной платы и продолжительности жизни. Программа «Пятилетка развития Свердловской области», к реализации которой мы приступили в прошлом году, призвана закрепить и развить тенденции роста, стать настоящим качественным прорывом. Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года сохраняет преемственность курса на рост человеческого капитала, народосбережения, технологическое и экономическое лидерство России. Председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым утверждены задачи по реализации указа президента. Соответственно, мы должны внести корректировки в наши документы развития, стратегии, программы, приоритетные проекты и сконцентрировав усилия на ключевых задачах и национальных целях. По поручению главы региона правительство области разрабатывает проект губернаторского указа, утверждающий план конкретных действий по реализации нового майского указа президента. Обращаясь к депутатам, Евгений Куйвышев попросил их также включиться в эту работу. В свою очередь, в Артемовском городском округе перед депутатами и общественниками отчитался о проделанной работе за 2017 год глава Артемовского городского округа. Отметим, данный отчет вызвал массу вопросов и споров как у избранников народа, так и у общественников. Объем инвестиций в 2017 году в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по городскому округу составил 287 миллионов. Цифра значительная. Где, что, куда.